Привет, дорогой товарищ. Вот и наступил тот самый момент, когда мы воочию убедимся, так зачем же все-таки покупать мойку воздуха? Почему существует такая острая необходимость, особенно если живешь в больших городах, в мегаполисах? Как мы и договаривались, я неделю назад поставил новую мойку, ну, чистую, отмытую мойку воздуха на свою стабильную, банальную, стандартную работу. То есть она у меня круглосуточно работала на протяжении... Вот какой результат видим после того, как она поработала. Я уже ее открыл, чтобы было наглядно и видно. В чем разница? Ну, во-первых, сразу видно, что сами диски стали очень грязными. То есть фактически это не самое грязное их состояние. Но со временем все приходит к тому, что вместо прозрачных красивых дисков они становятся вот с таким налетом. Появляется налетик. Появляется на них грязь, которая у нас бывает в воздухе, прилипает. Пока они крутятся, омываются, и вся эта грязь, соответственно, остается внизу в поддоне в воде. Я воду не доливал, уже там остатки. Все уже должно было почти отключиться. И вот что мы видим на дне поддона. Сразу видно цвет воды, которая непосредственно находится в поддоне. Видно, что у этой воды есть налет, грубо говоря, такой. Пыльной грязи какой-то. Ну и очень неблагоприятно. То есть теперь наглядно, что же это все такое. Вот эта замечательная красивая вода, которую омывались вот эти диски. И соответственно, вопрос: этим ли мы дышим? Вопрос того, что надо ли покупать мойку воздуха, уже отпал. Сейчас мы, соответственно, берем все это просто споласкиваем душиком. Диски тоже споласкиваем душиком, пока не наступит грязь, чтобы надо было все это понимать. И ставим в рабочее состояние. Впоследствии, когда уже там будет более загрязненный способ, отдельно расскажу, как легко и быстро ответить.